Артур Евгений Владимирович, 11.10.1993 года рождения, после срочки по контракту 20 января этого года на полигонщика. Работал полигонщиком. Пришла повестка в командировке на 2 месяца в Ростов-на-Дону. С Ростова-на-Дону мы приехали. Приехали, потом нас забрал полковник нам в Черкасск. Забрал документы, переодели. В Черкасск, когда уже в автобус сели, еще не понял, уже приближишь границу, уже сказали то, что готовьтесь. Выедете на Украину, полигон накрывать. Если отказываешься, или сажают, или теряешься. Я не предлагал, я думал, вон, как обычно съезжу, сделаю, приеду домой, спокойно вылезу, все. Бросили в багажник, привезли в другое место куда-то. Там, там стало хорошо относиться, дали свитер, накормили, напоили чаем, лекарства дали, одели. Как бы сейчас я вот сижу, пью кофе. Мам, я тебя люблю, извини меня за все, что не слушал тебя. Прости. Если приходит повестка, не едьте. Вы если приедете, в любом случае, чтобы вам не обещали, вы не вернетесь домой. А дома ждут всех дети и семьи. Оно того не стоит. Я родился здесь. И знаю насколько очень хорошо людей украинских, что никогда плохого не говорил о Украине, потому что, ну, я родился, общался, учился в школе украинской, начинал. Мне все нравилось, все устраивало. Очень добрые, хорошие люди, которые не выкидывают ничего, а помогают чему. Знаю одно, то, что говорят, как прежде чем уехать, друзья мои, ну, все многие. Очень то, что ну, война с Украиной ну, вообще не нужна. Здесь живут много очень родственников, близких, сестер, братьев.